Ребят, если вы хотите, чтобы вам тоже выпала легендарная карта или какой-то редкий сундук и не хотите пропускать мои новые ролики, то обязательно подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик, и вам будет приходить уведомление, и вы будете смотреть мои видео в числе из первых. Приятного всем просмотра! Привет, дорогие друзья! Ну что, сейчас я нахожусь на аккаунте, хозяину которого очень крупно повезло, ему выпало подряд несколько очень-очень редких сундуков. Ребят, это легендарный, супер магический и магический. Также, ребят, досмотрите этот ролик до конца, я для вас подготовил целую сборку по открытию сундуков, там разные, там в основном с испытания бандитки, ну и другие редкие сундуки, поэтому я не буду их комментировать, под музыку посмотрите, и большое спасибо, ребята, тем подписчикам, которые предоставили мне эти аккаунты, чтобы я записал выпуск по открытию сундуков. Также, ребят, если вы тоже счастливчики, вам выпало там подряд несколько классных сундуков, обязательно мне пишите, вы попадете в выпуск. Если вы хотите, чтобы вам тоже так повезло и вам выпали такие вот сундуки, либо выпала какая-то легендарка, то обязательно подпишитесь на мой канал, если еще вы вдруг почему-то не подписаны, и обязательно поставьте лайк этому ролику. И досмотрите этот ролик до конца, потому что я старался для вас. Подобный ролик я уже записывал, но одному игроку выпало два легендарных, точнее не легендарных, а редких сундука. А тут целых три. Я не понимаю, кто эти люди? Я еще ни разу не выбил себе супер магический, а тут три подряд. Но не как подряд. Сначала выпал легендарный, потом супер магический, потом через бой выпал, по-моему, серебряный, да, серебряный, а потом выпал магический. Ну, понятное дело, с магическим там есть определенная таблица, то есть он выпадает хронологически. Но этот рандом, я просто с него в шоке. Как вам везет, ребята, мне еще ни разу супер магический не выпал. Мне каждый день подписчики шлют скрины, где вам выпадают очень редкие сундуки. Я просто в шоке, мне так не везет. Прикольно, я очень рад за этого человека. И сегодня мы их откроем. И он мне, кстати, еще неделю назад хотел предоставить этот аккаунт, потому что они выпали ему раньше. Но он ждал, когда будет уже доступна бандитка. То есть он хочет выбить здесь бандитку. Давайте посмотрим, что у него за карты здесь. Так, я вижу, у него в колоде тут много легендарок. Плюс у него есть шахтер, и еще 4 легендарки не открыты. Это ледяной колдун, бандитка, дровосек и спарки. Я очень надеюсь, что ему сегодня повезет, и что мы выбьем эти ему карты. Хотя бы одну откроем легендарку новую, надеюсь, не будет никакого повтора. То, что ему выпадет, ребят, бандитка, мне кажется, это как повезет, но все же будем надеяться, и надеюсь, он не просто так ждал, и надеюсь, что мы ему выбьем все-таки эту бандитку, либо хоть какую-то легендарную карту, помимо тех, которые у него уже есть. Что ж, блин, мне так не хочется портить эту всю картину, блин, это просто красота, вы посмотрите, у меня такой, никогда не будет, наверное, такого на аккаунте, и у меня, во-первых, не хватит сил это собрать, но ему не надо было даже ждать ничего, ему просто взяли и дропнули сундучки подряд, я в шоке, круто, поздравляю его с этим. Ну и давайте, наверное, начнем с магического сундука, он такой, наверное, из этих двух самый хиленький. Откроем, и, конечно, сомневаюсь, что будет здесь легендарная карта, но, в принципе, давайте приступим к открытию. Так, поехали. Золото, варвары, дальше банда гоблинов, обычные гоблины, элитные варвары, доминьонов, рарка и эпическая карта палач. Хорошо, легендарки не было, конечно, плохо, но я вся надежда на эти два сундука, и я в них вообще не сомневаюсь. И сначала мы откроем легендарный. Итак, смотрим. Шахтер, блин. Я очень расстроен, что ему выпал шахтер. Это даже не новая легендарка, и он ей даже вообще, по-моему, не пользуется. Ну, ничего страшного, вся надежда на супер магический. Так, 4500 золота, дальше поехали. Миньончики, башня бомбера, скелеты, гигант, 113 рарок. Дальше 10 эпических и еще, да, ребят, да, сейчас будет легендарка. Нажмите на паузу это видео и напишите в комментариях, какая. Выпадет ли бандитка, или выпадет какая-то новая, или выпадет та, которая была. В общем, напишите название легендарки, как вы думаете, какая легенда дропнется. Итак, открываем. Бандитка, я не верю своим глазам. Ребята, мы выбили бандитку. Блин, шанс того, что она выпадет, я думал, вообще никчемный, вообще никакой. Я очень поздравляю его с этим. Я просто удивляюсь и завидую ему его везению. Ему выпали такие крутые сундуки, очень это раз повезло. Ему выпала та легендарка, которую он хотел, это два повезло. Многие до сих пор там молятся, чтобы ему выпало, допустим, ну просто к примеру, да, возьму ледяной колдун там или принцесса, и до сих пор ее не могут выбить. А тут как под заказ просто, и сундучки выпали какие надо, и легендарка дропнулась. Блин, я его с этим поздравляю, ему безумно завидую. Ладно, ребят, у нас еще есть парочку открытий сундуков, обязательно досмотрите ролик до конца, потому что для вас старался, я это все склею, и я желаю, ребята, вам приятного просмотра. Все-таки, ребята, решил прокомментировать все эти открытия, все-таки, думаю, будет так интереснее смотреть и более понятнее, буду объяснять, что да как. Сейчас нахожусь на аккаунте, где мы пробустили испытание бандитки, как видим, он эту карту уже забрал, и это испытание отличается от громовержца тем, что легендарку вы получаете не как, да, сундука, то есть вы открываете, и в конце выпадает вам громовержец.
то здесь можно забирать легендарку было как ачивку. То есть забираешь легендарку, а потом открываешь сундук. То есть он ее уже забрал, не сдержался. И много людей, кстати, ребят, не сдержались. И я очень просил, ну оставьте мне сундучок. Нет, говорит, я не сдержался. Я их тоже понимаю, почему они не сдержались и забрали и открыли сундук. Ну, все же некоторые подождали и предоставили мне эти аккаунты на открытие. Это все аккаунты, которые были запущены на 12 побед. Ну, конечно, не все, тут парочку всего лишь. Единицы вытерпели и дали мне сундук. Ну и за это им также спасибо. Как видим, легендарка больше не дропнулась. Выбили мы ему эпических 5 карт. Ну, золото, в общем, это пол сундука за большое испытание. Едем дальше. Очередной аккаунт, где мы пробустили испытание бандита. В общем, здесь легендарку не забирали. То есть мы сейчас этим моментом насладимся. Здесь также есть клановый сундук. Давайте быстренько откроем бесплатный. Посмотрим, что здесь за легендарки есть. Так, лава и пламенный. Колоду я посмотрел, хорошо. Так, ну в общем, нету бандитки. Так все остальные карты есть. В общем, будем надеяться, что выпадет какие-то карты колоды, которые он играет. Ну, естественно, будем надеяться, что, возможно, еще кроме бандитки какая-то легенда дропнется. Это, конечно, вряд ли, потому что этот сундук, ну, очень плохой. Ну, как очень? Это пол сундука, это как за 6 побед, да, по-моему, с большого испытания? Ну, могу ошибаться. Ладно, забираем бандитку, отлично, доступна ему бандитка, и погнали, теперь откроем сундучок. Так, очень странная прокачка, еще даже шестых рарок некоторых карт нету, но уже сидит он на 3800, я немножко удивлен. Едем дальше, короче, снова новый сундучок, и здесь снова парень не забрал бандитку, и здесь даже еще есть супер магический. И ник у него такой авторитет, и реально он авторитетный, сундучки у него соответствующие. Ладно, быстренько открываем вот эти бесплатные, такие дешевые, точнее не дешевые, а обычные сундуки. И давайте откроем супер магический, посмотрим, выпадет ли здесь легендарка. Так, пока идут команки, дальше и снова команка. Так, рарки 46, не, этого мало. Блин, не, не будет. Ой, еще и эпическая такая, ну, на мое мнение, очень бесполезная карта. Ладно, забираем быстренько бандитку, отлично, она доступна теперь. И открываем сундучок. Давайте посмотрим, что у нее тут за карты. Я вижу спарки, так, что еще? А, и все. А, у него ледяной колдун еще есть, и бандитку мы только что выбили. То есть, я думаю, парню подгон неплохой с этого испытания. Давайте откроем этот сундучок. В принципе, всего понемногу выпадает. Хорошо, рарок слишком много. Так, зеркало, молния и... Я думаю, может легенда... А, нет, команка. Да. Ну, тоже неплохо. Ладно, поехали дальше. И последний, ребят, на сегодня аккаунт. Также прошли испытания бандитки. Мы их, на самом деле, намного больше прошли. Но я еще раз повторяюсь, не все нам подписчики дали открыть. Смотрим, что у него за колода. Так, у него нету бандитки и еще 5 легендарок. Ну... Бандитка уже у него 100% есть. Давайте быстренько откроем вот эти сундуки. Итак, магический сундук быстренько также прокручиваем, потому что я вообще не верю, что здесь дропнется легендарка. 4 вышибалы, ну, неплохо. Так, забираем бандитку, отлично. Кстати, хорошая карта, поэтому то, что она появилась у многих игроков, даже на таких аренах, это круто. Я надеюсь, она вам поможет подняться на 10-ю арену, те, кто еще там не сидят. Так, рарки пошли, команки. 42, тут покруче лут. Так, 6 эпических, и что, неужели... Легендарка, ребята, бревно выбили, ну нифига себе. Вот этот вообще эпический аккаунт. Блин. Забрали легендарку бандитку, еще выбили сверху бревно. Давайте посмотрим, это ж новые карты. Блин, две новых легендарки, сундук, золото, вообще потрясающе. Я думаю, здесь просто жирный подгон этому аккаунту. Ну что ж, ребят, это все открытия были на сегодня. Если вам понравились они, если вы хотите больше открытий разных сундуков, то обязательно оцените это видео лайком и подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. А я желаю ребятам удачи, чтобы вам постоянно везло, выпадали вам редкие сундуки. Всем хорошего настроения, до новых встреч, ребят, и всем пока.